Доброе утро! Все вы знаете, как готовить знаменитую русскую закуску сельдь с картофелем. Но даже в этом простом блюде есть один секрет. Секретом является правильно замаринованный лук. Я беру красный лук, нарезаю его мелким кубиком и слегка подмариную его. Итак, чуть-чуть уксуса, совсем чуть-чуть, немножко соли, сахарного песка чуть побольше, ароматное кубанское масло и чуть-чуть свежего ароматного укропа. Тем временем я уберу картофель, который был приготовлен в мундире, подогреться, потому что картофель должен подаваться в этом блюде обязательно теплым. Добавляю укроп, перемешиваю, и лук готов. Еще одним небольшим таким моим личным секретом является, это, конечно же, подача вашего блюда на стол. Сегодня я подам знаменитую нашу русскую закуску сельдь с картофелем вот на такой вот симпатичной тарелке в русском стиле. А тем временем у меня подогрелся картофель. Теперь я начинаю делать выкладку. Теперь, конечно же, главная составляющая этой закуски – это филе сельди. Теперь очередь секрета. Это вот такой маринованный лук для сельди. По чуть-чуть добавляю. Теперь зеленый лук. Он придает тоже красоту моему блюду. И укроп. И вот здесь у меня приготовлено такое необычное масло из зелени, из укропа, из петрушки, из зеленого лука, из того, что было в холодильнике. Ну вот, закуска сельдь с картофелем готова. Надеюсь, мой рецепт вам понравился. Не забывайте про секреты. Приятного аппетита!